Всем привет! В этом видео хотел сделать обзор небольшой по тахометру часового типа. Это еще советский приборчик. Вот такой он на вид. Здесь у него две шкалы. Одна шкала обороты минуту, другая шкала для измерения линейной скорости метр в минуту. Имеются здесь наконечники для внутреннего конуса, для наружного конуса. Сейчас его поставим. Так вот. И наконечник для измерения линейной скорости. Измерение происходит так. Кнопка обнуления. Вот возьмем шуруповерт. Включим маленькие обороты. Когда нужно будет измерять оборот, нажимаем на кнопку, и какое-то определенное время он считает обороты. Пошло все. Все, смотрим по шкале. Так, где-то черная шкала у нас 360 оборотов в минуту. Сброс. И опять можно. Я пользовался первое время этим тахометром. Сейчас уберу. Потом приобрел уже электронный тахометр. Здесь полоски светоотражающие. Что я хотел сказать главное? Здесь элемент питания крона у нас. Емкость ее маленькая, особо не разгуляясь. Если он не пользуешься постоянно, то крону желательно отключать или вынимать. Ну, у меня вот такие кнопочки есть. Такие кнопки. Нашел место свободное. Прострелил отверстие, небольшую капельку клея вставил туда, распаял, все, можно пользоваться. Сейчас вот не работает. Когда надо, включил кнопку, все, начинает работать. Очень экономит крону. Пленки светоотражающие. На патрон наклеить надо. Вот так вот. Включаю. Все работает. Плюс 153, плюс 153.
360. Так и есть. 360. Все, совпадает. Это тоже считает хорошо. Так что, у кого есть такой тахометр, обязательно поставьте кнопочку. Я не стал здесь выводить индикатор, что включено. Нужды нет, проверить всегда можно легко. Так что, всем пока.